Число всех народов, которые сегодня населяют Крым и Россию, и поэтому хорошо подготовиться к переписи, чтобы никого не забыть, чтобы все переписались, молодые люди, возрастные люди, гости наши, которые намерены жить более одного года. Это тоже очень важно. Последние 4 года, вернее, даже 3 года мы практикуем с ними именно проектную часть. Объединяем их в разные группы, площадки, рождаются фестивали дружбы народов Азербайджана и молодежь с культурой и традициями других народов. Верматикопола, которая проводится в таком формате, вовлекая молодежь, куда они могут вовлечься, и создаем вместе с ними проекты, которые работают в течение суток в зависимости от формата. Если это площадки в течение нескольких суток, то сумма, соответственно, разнится. Это, которые из числа участников перешли в Ассамблею народов России. И порядка полутора лет назад я попала реализовывать самые смелые современные идеи. Я поддерживаю более старшее поколение, сегодня занимаются межнациональными проектами. Дерзнули, рискнули. Большим количеством молодых заряж больше 100 заявок со всей России. В рамках проекта был проведен образовательный тренинг «Между нас погружение» с 26 межнациональных отношений. Хотят в финале участники показали, презентовали свои навыки, проведя тренинг. Это и навыки проектного менеджмента были развиты, это знали про то, что они делают, могли блюд костюмов разных народов России.